Больше 50 эскизов прислали художники для участия в «Волжской волне». В этом году райтеры фантазировали на тему символа города, культуры, литературы и Великой Отечественной войны. Изначально планировали отобрать 30 работ. Нам надо отбирать не 30, нам надо отбирать столько, сколько, собственно говоря, будет хороших работ. Если их будет 30, хорошо, если их будет 15, будет 15. Если их будет 40, то я думаю, что мы с Комаровым сядем, подумаем и найдем еще место, где это можно сделать, да? История, краеведение и архитектура родного города – хобби Дмитрия Федотова. В этом разбирается не хуже профессионалов, а потому и претензии к художникам вполне конкретные. Вот этих двух зданий я точно не знаю, памятника Богдану Хмельницкому у нас точно нет. В общей сложности после споров и голосования отобрали 25 работ, и то с условием доработки. Мне кажется, на то конкурс и был направлен, помимо, в принципе, изображение тех или иных тематик, как связанных городом, с городом напрямую, так и косвенно, так и показать именно авторские стили и направления ребят. В этом году райтерам отдадут участок раза в два больше, чем в прошлом. К приезду художников стены оштукатурят и приведут в порядок. В конце июня здесь появятся красные кони, Остап Бендер и портреты знаменитых саратовцев. Украсить набережную граффити решили в прошлом году. Фестиваль «Волжская волна» приурочили к Дню города. Как и в первый раз, художникам предстоит управиться за 3 дня. Завершить работу они должны будут к Дню молодежи 27 июня. Анна Головчинская, Алексей Чудин, новости «Телеобъектив».